Привет, прогрессивные друзья, это истинный следователь. Этот ролик посвящен тому, когда закончится развал бандитского государства СССР и Россия. Это остатки от СССР, никакое это не новое государство. Причина всех проблем — это бандиты, которые себя за государство выдают, и сам народец. Тоже он участвует в этом, соучастник преступления и предатель Родины и Отечества. Хотя бы элементарно могу доказать за секунду, потому что если бы людям не нравилось, они бы вылезли, как сейчас где-то в Находке, по-моему, из-за пыли угольной вылезли 3000 человек, и никого не хватают и не сажают, потому что просто нету места, чтобы столько народу посадить. Поэтому народ, можно сказать, даже наиглавнейший преступник. Да, он, какая-то часть его страдает, умирает, но он гнида вонючая. Ну, в общем, я не про это. Про то, что когда закончится, я думал, когда закончится, должно же это закончиться. Вот, я думаю, сейчас заканчивается последняя эта зима этого строя. Конечно, будет и следующая зима, но сейчас произошел такой резкий спад. Больше смертей стало. Обнищание больше народа. И вот надеюсь, что это именно тот момент исчезновения этого бандитского строя. И никакой псевдореволюции, я надеюсь, тоже не будет, потому что ресурсов уже нету. Потому что как бы одни воры на других сменятся, как Украина сделала. Но нужно какие-то ресурсы же разворовывать ворам. А тут фактически уже почти что ничего не осталось. Остались, да, можно людей на части разрезать, какие-то квартирки у них поотнимать, но это совсем-совсем капельки остались. Ну и что здесь хотел показать, видите, сегодня 7 февраля стоит елка. То есть у них, получается, денег уже нету, или украли все деньги, не елку убрать. И щиты рекламные, видите, пустые стоят. Они меня тоже радуют, потому что, значит, магазины получают меньше денег, меньше денег тратят на рекламу, значит, у народа меньше денег, и наконец-то он задумается или подохнет, этот поганый предательский народ. Я ничего не предавал, боролся всю жизнь с бандитами. Может быть, в итоге я и не смог снести бандитов, но боролся. Доказательства это есть, и вот эти ролики, и до этого бумажки, которые я писал, государство бандитское. Но тогда еще я не понимал, что оно полностью бандитское. Всем спасибо, пока. Смотрите меня, Миронова, Горского. Псевдо-оппозиционерам, эволюционерам не верьте, они такое же говно. Тем более они какие-то более обеспеченные, либо бывшие чиновники. Это полная срань. Пока, ребята. Слава прогрессу. Надеюсь, доживем до прогресса, но мы дожили уже до развала бандитского этого строя. Слава нам!